Всем привет, с вами Роман Раскольников, это игра Mass Effect. Сегодня я буду проходить дополнительный квест под названием «Наверие контрабанда». Давайте, чтобы его получить, поговорим с торговцем Апольдом. Торговец приветствует человека. Человек, тот спектр, что прибыл в порт Ханьшань? Уже дошли слухи? Быстро здесь слухи разносятся. И в самом деле, досточтимый спектр. Здешние компании не слишком рады прибытию человека. Человек мог бы облегчить бремя, лежащее на плечах торговца. Если человек согласится, торговец его щедро вознаградит. Торговец добыл для одного покупателя особый предмет. Этот предмет не разрешается ввозить на станцию. Но человек мог бы пронести его через таможню. То есть ты хочешь, чтобы я занимался контрабандой? Вы хотите использовать мое положение для контрабанды? Это вполне точно. Я хочу узнать, кто получатель. Я хочу знать, кому предназначен этот пакет. Клиент торговца предпочитает сохранять анонимность. Поставь себя на мое место. Было бы глупо что-то делать, не будучи уверенной, что не поставляешь оружие врагу. Слова человека не лишены смысла. Клиент — это Кроган по имени Иноморда. Охотник за головами с дурной репутацией и взрывным характером. Человек понимает беспокойство торговца. Из-за задержки клиент теряет терпение. Я это сделаю. У меня с этим нет проблем. Торговец смиренно благодарит Спектра. Пакет будет доставлен на его корабль. Человеку только нужно принести его торговцу. Пожалуйста, человек, не упоминайте об этом при администраторе Аналейсе. Торговца могут оштрафовать. Торговец может еще чем-либо помочь человеку? Нет. Я просто осматриваюсь тут. Торговец будет ждать возвращения человека. Наверное, самое скучное — это бежать за пакетом. Так, пакет взял. Теперь идем к Иноморде. Хорошо, с лифтом повезло. Так, я уже подхожу к отелю.
Да. Прошу прощения. Уделите мне минутку вашего времени. Не, у меня не будет столько. Это слишком много. Целая минутка моего времени. Не вешай трубку. Старший брат, это я. Наверите. Так, вот это ты на морде стоит. Что вам нужно? Поговорить об Аппольде. Я слышала, у Аппольда есть для вас кое-что. И меня это должно волновать? Вы его курьер или где? Да. Я собиралась доставить пакет. Погодите минуту. У меня к вам предложение есть. Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим, вам он платит меньше, чем заслуживаете вы. Продайте вещь мне напрямую. Может быть. Я обдумаю ваше предложение. Примите верное решение. Мой пакет у вас? Как раз иду к Аппольду. Я как раз собиралась забросить его Аппольду. Хорошо, идите. Насколько я слышала... Мой пакет у вас? Давайте договоримся. Сколько вы готовы заплатить? Я плачу Ханару больше, чем нужно. Спорим, вам он платит меньше, чем заслуживаете вы. Продайте вещь мне напрямую. Может быть. Я обдумаю ваше предложение. Примите верное. Мой пакет у вас? Еще нет. Мой пакет у вас? Давай договоримся. Сколько вы готовы заплатить? Я плачу Ханару больше. Назови цифру. Это интересно. Какую сумму вы готовы заплатить? 500 кредитов. Товар стоит дороже. Мы с вами оба профессионалы. Вы знаете, что пакет стоит дороже. Нынешние ребятишки не знают цены хорошему оружию. Я дам вам 750. Согласен. По рукам. С вами приятно иметь дело. Взаимно. Теперь уходите. Охрана может заинтересоваться теми, кто меняет пакеты на наличные. Тебе бы тоже стоило бы уйти. Но с тобой приятно вести бизнес. Пойду расскажу Ханару обо всем, Аппольду. Блин, я забыл расу Утали. Так, вот это у нас... Гарус у нас Турианец. Лиару у нас Азари. Это у нас Кварианка вроде. Ханар это... Вот этот торговец. Летающая... Медуза. Да даже не Медуза, я не помню. Там есть такая похожая такая штуковина, плавает. Корабликом ее вроде называют, или я ошибаюсь. О, волосы. Волос это вроде у нас Аналейс. Здравствуйте, Спектр. Человек принес пакет. А другие. Другие расы я не помню. Нет. Я его еще не забрала. Торговец умоляет Спектра поторопиться. Покупатель не любит ждать. Тогда я еще вернусь. Торговец будет ждать возвращения человека. Насколько я... Здравствуйте, Спектр. Человек принес пакет? Нет. Он у Иноморди. Я продала пакет Иноморди. Человек это сделал?
Человек предал торговца? Человек дорого обошелся торговцу. Возможно, дороже, чем ему кажется. От этих денег зависит жизнь торговца. Преступления не окупаются. Найдите законный способ заработать. Человеку нечем хвастаться. Он соучастник преступления. Торговец желает, чтобы человек удалился. Ну и ладно. Будь по-вашему. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.